Call of Duty 2 на канале Asmodee Play. Солдаты, матросы и летчики союзных экспедиционных войск. Вы отправляетесь в великий крестовый поход, к которому мы готовились много месяцев. Глаза всех жителей мира устремлены на вас. Свободолюбивые люди повсюду молятся и надеются на вас. Вместе с нашими храбрыми собратьями по оружию на других фронтах вы добьетесь уничтожения немецкой военной машины, свергнете нацистскую тиранию над угнетенными народами Европы, подарите безопасность и свободу всему миру. Ваша задача будет нелегкой. Враг хорошо обучен и вооружен, а его позиции надежно укреплены. Он будет жестоко сопротивляться. Но на дворе 1944 год. Многое изменилось со времен прежних нацистских триумфов. Силы союзников нанесли немецкой армии значительный урон. Наша авиация умерила воздушную мощь противника и его способность вести наземную войну. Наш тыл не только обеспечил нам подавляющее превосходство в вооружении, но и предоставил армии множество отлично обученных бойцов. Настал переломный момент. Свободные люди всего мира вместе творят победу. Я искренне верю в вашу храбрость, преданность Родине и боевые навыки. Нам нужна безоговорочная победа. Удачи! И да благословит всемогущий Господь наше великое и благородное свершение. И за кого сейчас на борту корабля Амстердам? Облачное волнение. Блин, капрал Билл Тайлор. Рота Д, 2-й батальон рейнджеров. Блин. Это за кого будет? Бой за Point Юхок. 3 мили к западу от плацдарма Омаха Бич. Да нет, вроде американцы. Стрелок Майкл. Ух ты, высадка самая бесячая. Высадки самые бесячие всегда. Где их обстреливаться, мама не горюй. Прекрасно, так, это по сценарию, ладно. Ну, вставай. Вставай. Ау. Давай, сейчас тебя зарешетят, пока ты тут булькаешь. Ну, на, вот что требовалось доказать. Давай, сейчас и тебя. Так, я не понял. Встретить с сержантом. Ну давай. Так. Где сержант? А по ней никто не ползет, да? Не важно. Поднимайся. Так, вперед. Вперед, вперед. Почти, почти. Вперед. Это не настоящие пушки, манерные! Нет.
на как я из окопа-то выберусь. Так, граната, бах. На. Ждем. Здесь нельзя, чтобы так пройти-то. Ребята, это частная вечеринка. Тут никак не зайти. Ладно. Найдите и уничтожьте артиллерийские орудия. Тут красный. Слоник, это Бейкер! 1-4, огневая задача! Войска противника 005! Огонь! Ты чё? 005. А, ты помог мне. Молодец. Валю. Вижу врага! Стреляйте! Не выходите? Ну ладно. Хотя мы вроде туда. А, вот сюда мне. Мне сюда. Подожди. Захромал. Блин, этих я не заметил даже. Не ранены. На войне нет не раненых. Так. Теперь заглянем сюда. Так. Так. Где еще не зачистили? Сюда. В спальню, конечно. Куда надо идти в спальню? Ну, вроде зачищен дом. Пора менять. Пора. Все будет, запас у меня есть. Можно теперь
сюда. Подожди, а как вы туда попали? А сюда? Да вроде нет. Вот остается только дом. По дому, по дому. Через дом. От кого стрелять? А вот, все. Я там немножко почистил уже, так что не расстраивайтесь. Можно идти. Сейчас искать будем вас. Найдите свой отряд у заставы. Я боец одиночка, да? Так-то ничего, орудия, то где патроны для них? Кого они бахать собираются? За сколько километров стреляет эта штука? Давай, назад надо. Я так понимаю. Один ход, один ход, второй. Мясо, мясо, шашлыки. Чё? Тейлор, Вард, Картер, пошли, зачистим там всё. Остальные остаются здесь и держат эту дорогу, пока не прибудет вторая часть роты. Прекрасно. Так, они здесь. Это за нами. Это же замечательно. Не надо их искать. Вот. Вот и все. Так. Ой. Подожди минутку. Подожди, подожди, подожди. Нет. Пусть бежит. Одна штучка. Кстати, их не обязательно поди, можно было убивать-то. Можно было поди не убивать. У меня же задача не стоит их убить, у меня задача стоит бункер зачистить, который находится вообще в другом месте. Так. Какой толстый хомяк. Жирный немец пошел ночью. Упитанный. То есть отстреливается. Пробраться вот с той стороны, да, только? Ну, я правильно шел еще, оказывается. Просто я не дошел, как видимо. А, о, мужики стоят. Я знаю, куда идти, только мне не говорят. Перебежать. О, вот. Начнем с ближайших.
Блин. Значит, я гранатой не попал. Готовим гранату на подходе. Чё вы тут ко мне пришли? Ага. Сейчас наваляем. Перезарядимся. Так, где еще? И вот. Оп. Ну все, нормально, нормально, нормально. Дыши. Дыши. Зачистите бункер, остался один. Его. Сержант, прикройте, перезаряжусь. Ух ты. Я к нему что ли вышел? На меня вдвоем ушакалы. На. Чё? Как мне взять эти новые дырки? Защитите. Так, доберитесь до сборного пункта и найдите сержанта. Почему эти сержанты все время теряются? Бейкер 1-6. Давай. Вызывает Шугар Чарли 6. Дислокация Пуэн-Дюхок. Задание выполнено. Нужны подкрепления и боеприпасы. Высокие потери. Отбой. Будет исполнено. Отбой. Ну все, какой красавчик. Так, 1 июля 1944 года в 6 утра. Блин, так рано, еще 15 градусов. Отступление. Мы наступаем, но вдруг на другом направлении. Так, что надо сделать? Ничего не вижу. Этот готов! Нет. Привет, собрал кучу. Так. Кто тебя обидел? Большой мальчик, нечего было зарываться. Один
Так. Я не понял. А есть чем взорвать? Так, чем взорвать-то есть? А, сами слезли. Так. О, так можно было и патроны не тратить. А тут есть такая штука? Что еще? Опять граната. Еще нагнуться зачем-то. Зачем? Потерял что-то. Да. Падал, убежал. Так, а куда пошли, пошли, пошли? Тихо. Блин, да если бы вы сразу бы сказали, что надо валить отсюда. Потом... Давай, сколько еще надо? Трупиков собрать. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Все с вами, вам. Наконец-то. Давай, бежим, бежим, бежим. Подступите в сад и отстреливайтесь. Получилось, ладно. Так, где еще? Блин.
сколько надо. Что там такое метки? Еще один нашелся. Как я тебя прикрою, чтобы вы могли вступить? А я как? Так, наступать на второй этаж и обеспечить элементом прикрытия. Так, вот второй этаж. Так. Блин, я отстрелился сколько мог. Отступайте, опять защищать. Спокойно, 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 взял. Что это свой был, да? Не бывает. И своих косим. Пойдем. А как спуститься-то? Вот. Так. Проходим, проходим, ребята. Проходим. Давайте. Валите отсюда, суки, на дети! Так, это мои. Перезаряди! Спокойно. Я к вам. До прибытия подкрепления. Ага, как же план. Побудал бы еще до вас дойти. Так, там, там граната. Да подождите вы. Спокойно. Вот. Так. Беги, беги. Блин, так отступаем, отступаем. Да куда отступать-то будем? Мы зависим от тебя. Вперед! Жан, я прошел. Парни за маги уже в пути. Еще летят наши со стороны канала. Сколько еще, Брейберг? Приблизительно 5 минут, сэр. Хотят охватить
Так. Запада, какая разница? Простите. Запада к нам едет огромная толпа пехоты! Немецкая пехота на западном фланге! Ай-яй-яй-яй. Кто бы их подкосил бы немножко хотя бы. Нет. Где? Ой. Булькай поменьше. Стреляй побольше. Спокойно. Укрытие. Когда мы уже? Отставить заградительный огонь! Отступайте за линию Чарли! Давай! Давно ждал, когда будем отступать. Надо только время. Хорошо. Дай зеленый дым на этом бункере, быстрей, черт! Бегу. Да вот он уже идет вовсю. Все, мы выстрелили. Мы выжили. Чуть не убили меня.
Вот такие мерзавцы. Ох, придурки. Все. Наши приехали. Катаются. На танках, на джипах. Как бы наши американцы. Как же он называется, я уж не помню. Т-67, 69, как он? Мы стоим на одиноком, открытом всем ветрам утесе на северном побережье Франции. На рассвете 6 июня 1944 года рейнджеры подбежали к подножью утеса, подняли головы и увидели на краю обрыва вражеских солдат. Те стреляли в них из пулеметов и бросали гранаты. И американские рейнджеры полезли вверх. Они забросили веревочные лестницы наверх обрыва и начали подниматься. Когда один падал, другой занимал его место. Когда веревку перерезали, рейнджер хватал другую и начинал подъем снова. Они лезли вверх, отстреливались и держали плацдарм. Скоро, один за другим, рейнджеры достигли вершины и, закрепившись на твердой земле наверху этих утесов, начали отвоевывать европейский континент. Сначала их было 225. Через два дня боев держать оружие могли лишь 90. Вот они, мальчики Пуэнт-Дюхока. Понятно, 14 июля 44 года, ну 11:20, что теперь? Облачно, плюс 22, Франция. Кажется, у нас там крики впереди, но не могу установить визуальный контакт. Обнаружил зенитку с другой стороны живой изгороди. Ой. Там расчет минимум из двух человек и пара МГ-42. Мне нужно огневое прикрытие для атакующих. Гарсия, Хокинс, берете левый фланг вместе с Рассетти и Джонсом. Остальные за мной. Бросайте гранаты, как только подойдем. Брейбер, Маклоски и Тейлор, поддержите нас огнем отсюда. Сдерживайте их, пока мы не подойдем. Конечно. Так, вот я подошел. Так. Чтобы управлять пулеметом, нажмите так. Маклоски, давай! Фланковый удар! Пошли, пошли! Команда принял перерезы по изгороди около дома! Вражеское подкрепление! За дерево. МГ-42, дыра в живой изгороди слева. На. Так. Вот что сэкономить патроны пока что. И... Стреляй, да стреляй. Все нормально идет. Справляемся. Брейбер, Тейлор! Хорошо стреляешь, Дэйл. Конечно. Так, захватите каменный дом, зачистите сарай, захватите здание почты, захватите дом, захватите, захватите. Ага. Кстати, мне поменять надо. Пусть эти ушлепаны сами бегают. С пистолетами. Во!
Вот. У той низкой стены! Справа! Убит. Один выстрел, один труп. Какая прелесть. Так. На. Тихо. На первом этаже! Стреляйте во птице! Нормально. Прошлись. А подожди, там второй этаж еще. Немецкая пехота! Проверьте каждую комнату! Сидите. Тише воды, ниже травы. И убежал. Смотрите, убежал. Ладно. Так. Все прекрасно здесь. Все чисто, грязно, все в крови. Все-таки мы его штурмом брали. Нам нужно прикрытие. Поставить дымовую завесу. Используйте дымовые гранаты. Вторая комната. Да. Вот так. Окей. Мы очистили этот дом. Окей. Ну, теперь верю, что американцы. Да, где вы? Я себе ножки перерезал, так ты. Дееспособным оказался еще. Слева! Спокойно. Пойдемте. Рядовой! А пошли, мы просто гуляем. Где еще? Сбивайте, дайте гранаты, потом подходите сами. Конечно. Мы именно так поступили. Вражеские солдаты! Тут чисто! Пошли! И тут чисто. Давайте следующий дом. Блин, граната, что у меня что ли была? Я думал, за... Кто еще? Хорошая работа!
Еще два здания осталось! Выступаем! Защита! Американские инфантрии! Защита! Сейчас, подожди немножко. Два здания осталось. Давай вот с этого начнем. Рядовой! Где ты? Спокойно. Мы кого-то нашли? Так. Тихо, тихо. Следующему. Там уже все выбежали. Допустите меня. Зачем гранаты? Ничего не надо? Используй дымовые гранаты! Да, бульк. А почему бульк у меня, когда им выкинули, что ли, брата? Так, здесь. Оп, никого за бочками нет. Ну, вроде никого. Вроде я молодец. Я думаю, что это последнее. Все сюда, ко мне! Итак, я отстоял опять целый городок. Тейлор, залезайте на эту башню с Брейберном и Маклоски и следите за противником. Давай. Все остальные займите позиции по периметру. Полезно. На башню. Так. А что должны следить-то? Кого мы должны видеть? В какую сторону-то смотреть? Ты видишь, куда смотреть? Так. Ну, мы здесь, на крыше. Что дальше-то? Так, уничтожьте минометную. Так. Бегу к полковнику Блейку и помогаю, чем могу. Пока мы вас не освободим. Отбой. Вражеский взвод с минометом на юго-западу рядом с броневиком. Где? Так. Уже убежал, падла. Не вижу. Вот он. Нашел. Не вижу. Так, чтоб никто не подобрал там ничего. И
еще где. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот. Еще минутку осталось. Не вижу. Немецкий взвод с минометом на юге. Блин. Немцы на той стороне поля. Давай. Он затолкал все-таки. Так. Вот так, пока он один, эта парочка будет. Будет гарочка там. Ну, практически не видно. Да, большие расстояния. Еще бегает. От остатка силы противника. Да. Что еще? Не вижу. Так, там уже все наши подъехали. А везде наши подъехали, все. А кто-то усирается, смотрите. Лестницами одни проблемы. Так, так, так. Так, ускорения нету. Ой-ё. Давай. Ты хоть бежишь, надеюсь. Все передвижения бегом. Ага, не успели, да, стрелять? Хорошая работа, ребята. Замечательно. Поверьте, что ваши сектора хорошо укрыты, и мы встретимся здесь снова через час. Свободны. Так, если противник разоружился, хорошо. Если откажется, мы разоружим сами. Сталин. Ну, как замечательно. Такие умные слова у Кобы были. 11 июня 1944 года. В нескольких милях к востоку от плацдарма Амаха британские войска штурмуют важный форпост противника – город Кан. Им противостоят превосходящие силы немецкой обороны – элитные бронетанковые дивизии. Все? Командование союзников направляет в Нормандию 7-ю бронетанковую дивизию – бойцов-ветеранов, получивших прозвище «пустынные крысы». Перед ними стоит задача прорвать западный фланг немецкой обороны и открыть союзникам путь к Кану. Вот сейчас. Внимание! Военнопленные. МакГрегор, Бельто, Франция. Отправятся по этой 18 миль к востоку от Кана. Все остальные пойдут через сад и будут держать принцев в напряжении. Вперед! Что-то калитку-то закрыл. Так. Патрулирование деревьев. Ну, что такие?
Так, вот. Ай. На. Так. В кого-то там? И давай! Занять позицию за низкой стеной! А. Что я его убрал? Сейчас укроемся, подожди. Война сурового наказания как для жертвы, так и для всего остального. Идем вперед! Идем. Идем, идем. Миномет! Укрыться в здании! Подожди, подожди, я уже почти зашел. Это по мне. Так, ты наш? Блин, граната подбила. Кто-то откинул его, что ли, ко мне? Что ты с ней будешь делать? О, подождать надо было, да, всего лишь? Ладно. Так. Блин, блин, блин. Ладно. Теперь мы лучше они стали. Сейчас. Подождем. Вот так. Так. Вот здесь мы повоевали. Второй этаж. Ну. Минометчики, он там, развалина. Сыпьте. На низкой стеной. Так, меняем. Купим на этот автомат. Так, уничтожь вражеский момент, и расчет остался один. Хорошо. Так. Минутку. Да отойдите. Ну вот вроде. Осталось только чуть-чуть. Все вроде как, я молодец или что? Вражеские солдаты! На втором этаже! Так. Все-таки, все-таки не совсем так, как хотелось бы, да? У той стены! Конечно, у той. У этой стены мы, это уже взорвалась.
спокойно, подожди, подожди. Блин, все-таки пулеметчик этот. Так, а как бы его обойти-то? Давайте-ка я попробую его обойти. По широкой дуге. Блин, не заметил. Ладно, сейчас еще разок. Еще разок. Так. Дайте минутку. Так. Передохнем. Блин. Нет, нет, нет. Не сейчас. Я вон там забаррикадировался. Хрен вы его так достанете. Здесь умер. Вот так. Подожди, тут можно что-то заполнить? Нельзя. Через окно выйти не получается. Ладно. Сюда, сюда. Ну давай. Хопа. Посмотрите-ка, ничего нету так. Проведите патрулирование деревни. Так, осталось немножечко. А я здесь был. Давай. Падлы, как это не стрелять? Don't shoot, please. Don't shoot. Почему don't shoot? Почему? По-английски стрелять. Ой, по-английски говорите. Стрелять. Отставить огонь, это приказ. Как скажете, сэр. Так, идите капитана Прайса за зданием. Иди сюда. Помнишь немецкий грузовик на восточной стороне? Он что, выше меня, что ли? Его нужно починить и привезти сюда. Сержант Дэвис, пойдете с Макгрегором. А, мордатый, вперед. Такой толстоморный. Дэвис, собирайся. Там могут быть еще фрицы. Мы выиграли одно сражение, но война еще не закончилась. Вот какие у них слова-то рассказывать. Господи, господи. Наплел-то, наплел. Семь верст, да все лесом. Давай, Дэвис, сюда, да. К грузовику. Бегу, бегу. И Фрайтер, сюда, Флахенбауэр.
Кто стрелял? Ты с кем там воюешь? Давай, Дэвис! Сюда, к грузовику! Нет. Врыло. Чё? Нет? Нет? Сюда не надо? Я где мой напарник? Где напарник? Убег? Смотался, да? Вон. А карта есть? Карты нет. Вот иди, куда глаза глядят. И по своим делам, и по своим делам. А во. Да ты тварь, вот. Ганс Христиан. Ага, не туда. Здорово. А, так. Он на ходу. Гансы даже оставили нам полный бак. Ну так, поехали. Поехали. Почти завел. Эй, держись, Дэвис, будет трясти. Так. Стрельба на ходу, это обязательно. Без этого игра не игра. Сюда. Ой. Ой. По мне стреляют. Тихо. Да подожди ты. Ты бы еще не катался бы так. Вот я. Хвалите меня, хвалите меня. Какой я молодец, хвали меня. Отлично, сержант. Знаешь, Дэвис, я почти завидую этим бедным янки. Для них-то война уже окончена. А для нас что? Ну что ж, живите как храбрецы. Если фортуна вас не взлюбила, отважно встречайте ее удары. Цицерон. Ну что ж, на этом все. Пока.